По сведениям пресс-службы ГИБДД, за прошедшую неделю на территории Белореченского района было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Зафиксировано 351 нарушение правил дорожного движения. Из них 16 грубых, за которые предусмотрено лишение прав на управление транспортным средством. На дорогах района выявлено 9 водителей в состоянии опьянения, 59 нарушений правил дорожного движения пешеходами. Отмечено 3 факта непредоставления преимущества пешеходам и 14 фактов невыполнения требований уступить дорогу транспортному средству с преимущественным правом движения. 8 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобилях. Зарегистрировано 5 фактов выезда на полосу встречного движения.